Коллеги, сегодня Государственный архив представляет замечательный труд. Это колоссальная работа коллектива. Просто я даже не знаю, трудно представить, какой объем анализа документов пришлось выполнить. 30 тысяч единиц хранения надо было проанализировать с точки зрения их информативности, достоверности, провести полный источниковедческий анализ. И этот труд получился у коллектива авторов не только источниковеческий, но и историко-исследовательский, потому что каждая глава предваряется вот таким историческим экскурсом, и это очень важно. Хорошо, что сборник начинается с периода подготовки крепостного права, потом показан сам ход реформы через источники «Извечная борьба крестьян и помещиков». И очень важно, на мой взгляд, то, что в последней главе показано восприятие общественностью этой реформы уже накануне, собственно, в последнее десятилетие существования Российской империи. Это будет большим подспорьем для всех наших студентов, которые пишут курсовые, дипломные работы, для бакалавров, магистров и для аспирантов, безусловно. Надо сказать, что, конечно, история отмены крепостного права привлекала внимание исследователей давно, еще в дореволюционный период существовало несколько направлений изучения. Потом в советский период была воспринята леворадикальная концепция, представленная народниками, марксистами, а потом развитая советскими историками. И в ней, конечно, преобладало такое критическое отношение к этой ключевой реформе среди великих реформ середины 19 века, критическая, поскольку считал, что в основном интересы помещиков она была приведена, но не совсем задумывались не все исследователи, по крайней мере, о том, что по-другому-то в тот период и сделать было нельзя. Только так или примерно так могла произойти отмена крепостного права в тот конкретный исторический период. И в 90-е годы некоторые исследователи, вот, например, 160-летие, когда отмечалось, на конференциях выступали с критикой уже с других позиций, что не была предоставлена частная собственность крестьянам на земле. То есть тоже реформа как бы проведена не до конца. Не обращая внимания, выступали эти исследователи, на то, что и крестьяне-то сами не хотели частной собственности, полагая, что земля Божья, что они были сами привержены к общинным традициям, особенно в зонах рискованного земледелия, где, которым принадлежал Владимирская империя. И вот современные исследователи, они, конечно, гораздо глубже, опираясь на источники, подходят к этим проблемам, да, видя компромиссный характер реформы, и показывая, как, например, Анна Алексеевна Горская, на материалы которой мы тоже тут ссылались, с моей аспиранткой Анной Ромашковец, вот, что и на дело-то сокращались, в меньшей степени, чем писала советская историография, а наоборот постепенно росли, и шла нивелировка, то есть усреднение наделов крестьян, вот, а платежи сокращались тоже в большей степени, чем это было принято считать в советской историографии. Вот таким образом я хочу сказать, что вот этот сборник, он станет большим подспорьем для изучения особенностей реализации реформы в нашей Владимирской губернии. А эта задача стоит перед нашей историографией весьма остро. Спасибо всему коллективу.